Всем привет! С вами Прапор, и мы играем в Assassin's Creed Valhalla. В данном видео я вам покажу мировые события в поисках славы. Найти его можно вот здесь вот, получается, у нас на карте. Видите, где я нахожусь? На западе. Фюльке. Да? А у нас получается на юге вот Хархола. Вот оно. Ну что ж, давайте приступим. Так давно тебя бесшумней не найти. Ты Скальд? Не слыхал я, чтобы стихи так выкрикивали. Скальд? О, нет, вовсе нет. Я давно уже странствую в поисках славы, но теперь потерялся сам. Ты хочешь добыть себе славу здесь, в этой вот глуши? Я седьмой сын седьмого сына. Родные ждут, что я прославлю нашу семью, но все уже давно сделали до меня. Все великие победы и великие смерти достались моим братьям и дядьям. А что осталось мне? Даже боги молчат, но я встретил тебя. Так ты хочешь великой победы? Или смерти? Нет, я хочу жить. И одолеть тебя я уж точно не смогу. Это так. Ну, может, ты укажешь мне путь к победе? По тебе сразу видно, что воин ты никудышный. Рич. Ты сам это понимаешь. Ни к чему отрицать. Может, помочь тебе добыть славу на охоте? Найти зверя тебе по плечу? Да, может получиться. Я немного присочиню, преувеличу. Скальды все время так делают. Ты теперь все же Скальд? Жди здесь, не уходи. Второй попытки не будет. Я буду здесь. Клянусь честью. Так, что тебе зверя, да, привезти надо? Давай найдем кого-нибудь. За мной, дурак. Ну, покрой себя славой. Вблизи они крупнее. По-моему, не получится. По-моему, не получится. Ну же, Эрленд, слава ждет. Давай, Эрлан. Смерть невеликая, но ясно? И он таким не был. Ясно, я вас понял. Надо было еще чуть это... Как его? ХП уменьшить ему. Да. Ну, прости, дрыщ, я не хотел. Да. Ну что ж, ребята, я выполнил задание. Конечно. Исход хотел другой. Ну что ж поделать. Да. А я на этом все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо. Всем пока.